ботинки, свои мозгощины, красиво, нарядно одеты. Попытка 124 устроиться на работу. Ну, тут же, как сказать, главное умение двигаться. Все остальное так себе. Иду я пешком, прекрасная дорога. Включу сейчас музыку и просто буду снимать мимо проезжающие домики. Природа. Супер. Класс. Ближайшие домики, они, это память мозгощины тех людей, которые коренным образом чувствовали этот мусор. Сейчас, конечно, они уже живут наверняка в своих каких-то квартирах, но память есть память. Да. Вот уже виднеется ресторан и гостиница «Припись». Почти пришли. Сегодня вечером обещают дождь. Главное, чтобы не похолодало. Сейчас тепло, если похолодает, это будет не столь приятно. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Счастья вам, удачи, любви и успехов.